Приветствую всех на канале Есть Поесть. И сегодня с удовольствием делюсь с вами рецептом своего любимого пирога. Согласно названию, действительно, одну из главных ролей здесь играют бананы. Учитывая, что процесс приготовления этой выпечки крайне прост, пирог на самом деле очень гармоничный, в меру сладкий, с выразительным вкусом и не банальной, необычной структурой. А аромат у него, без преувеличения, фантастический. Список ингредиентов вы найдете под описанием к видео. Итак, в измельчитель кладу муку, сюда же режу кубиками холодное сливочное масло, высыпаю сахар, ванильный сахар и немного соли. Превращаю в крошку. Затем добавляю разрыхлитель, 3 желтка, отмечу, что яйца беру первой категории. И опять прорабатываю. В итоге должна получиться такая липкая крошка, которая легко собирается в комок. Затем дно разъемной формы застилаю пергаментом. У меня форма диаметром 22 сантиметра. Равномерно распределяю пальцами по форме. Сначала по дну. Затем формирую бортики и поправляю их. Часто накалываю тесто вилкой и убираю заготовку в морозилку. Тем временем займусь бананами. Отмечу, что бананы для этого пирога нужны очень спелые и даже переспевшие. У меня они даже не достигли нужной кондиции. Лучше брать прям такие, как повидло. Если вы возьмете плотные бананы, вкус у пирога будет совершенно не тот. Нарезаю их кружочками толщиной около сантиметра. Всего понадобится 4-5 средних бананов. Тем временем заготовка провела у меня в холодильнике минут 15. Выкладываю кружочки бананов на тесто сначала одним слоем, а сверху вторым. Друзья, если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. А вы пробовали уже такой пирог? Покрываю бананы сметаной. Конечно же, сметану лучше брать пожирнее. Я использую 20%. Далее отправляю пирог в разогретую до 180 градусов духовку минут на 25, а вы ориентируйтесь по своей духовке. Незадолго до окончания отведенного времени начинаю взбивать белки. Когда они превратятся в пену, добавляю соль и ванильный сахар. Продолжая взбивать, по 1 столовой ложке подсыпаю обычный сахар. Количество сахара корректируйте под свой вкус. И уже в конце взбивания добавляю столовую ложку без горки кукурузного крахмала. Отмечу, что взбивать нужно до состояния мягких пиков. То есть пики образуются, но их кончики загибаются вниз. Достаю пирог из духовки и прямо на горячий выкладываю белки. Распределяю и при помощи лопатки делаю поверхность неровной. Отправляю пирог в духовку еще на 15 минут. В общей сложности пирог у меня выпекался 40 минут. Даю ему полностью остыть, затем извлекаю из формы и охлаждаю в холодильнике. Обратите внимание, на нем выступают капельки карамели, так же, как на известном пироге «Слезы ангела», рецепт которого вы сейчас можете видеть в правом верхнем углу. Разрезать такой пирог лучше сухим теплым ножом. Я его предварительно слегка нагреваю над газом. Пирог получается невероятно ароматным, сочным. Банан в сочетании со сметаной дает ощущение того, что пирог с кремом. Структура нежнейшая, даже песочное тесто очень рассыпчатое, нежное, буквально тает во рту. И отлично со всем этим гармонирует воздушное облачко ванильного безе. Этот пирог очень напоминает торт, и поэтому его с легкостью можно подать к праздничному столу. Я думаю, что он придется по вкусу не только любителям бананов. Еще раз повторюсь, что подавать этот десерт лучше в охлажденном виде, хотя в общем-то и в обычном он тоже очень хорош. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал Есть Поесть. Смотрите на канале также и другие не менее интересные и вкусные рецепты пирогов. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне, увидимся в следующих видео.